Всем привет, вы на канале Keep Games. Какого мне тут птера выдали офигенного, какой красавец, посмотрите. Я думаю, этот птер приблизит меня к моей заветной цели, к моей топовой базе. Блин, вот говорили мне все, снимай на локалке, снимай на локалке. Сука, стамина кончилась. Вот оно, мое самое любимое место. Оно, конечно, лагает, но все равно мне очень нравится оттуда вид. Там я смогу построить свой хороший дом и наслаждаться закатами и рассветами. Здесь нет хищников, подохи одни ходят. Вон черепаха, по-моему, ходит. Вот здесь, вот в руинах можно хорошо замаскировать дом. В принципе, кто быстро летит, он не всегда заметит этот дом. Ну, хотя место очень открытое, бесспорно. Но я считаю, что Рагнарок — это самая ПВЕшная карта из всех. Напишите в комментариях, какую карту вы считаете самой лучшей для ПВП, а какую самую лучшую для ПВЕ. Вот я считаю, что Рагнарок — это лучшая карта для ПВЕ. За эти два дня я сильно расслабился, летаю как ПВЕшник. Кстати, знаете, как определить, как летает ПВЕшники и ПВПшники? Ну вот, строительство дома практически завершено. Накрафтил себе мебели. Всегда хотел очень много мебели. Очень все, чтобы по фэншую было все хорошо, тепло. Такие теплые тона. Мне очень нравится этот дом. Я думаю, здесь будет очень уютно выживать. Надо будет немножко осветить, чтобы сделать помещение более светлым. Сейчас накрафчу факелов, поставлю их, и будет вообще шикарно. Ну, на первый взгляд какая-то коробка, ну... Я привык строить коробки, я не умею строить красиво в ПВЕ, но я думаю, со временем я сейчас поставлю тут крышу и оформлю этот дом очень красиво. Но мне кажется, он очень гармонично вписывается. Вот сюда поставлю чуть больше факелов, и будет все зашибись. Так, сюда поставлю верстак. Верстак у меня будет стоять здесь. Печку поставлю рядом, чтобы заходить и сразу можно выгружать металл. Все вещи скинул в верстак. Блин, мне же вообще
понадобится аргент. Нужно будет очень много всего таскать. Пойду я, наверное, поищу аргентов. Возьму сразу на всякий случай стрелы, наркотики. Ну, на этих рейтах я не думаю, что они понадобятся именно для аргента. Но стрел чуть-чуть еще сделаю. Вот здесь я, наверное, поставлю ловушку. Очень удобное место, чтобы загонять. Буду использовать старый метод загона. Тут очень большой спаун аргентов. Так, этот уровень не подойдет. Тут нет, тоже не подойдет. Надо хотя бы, ну, 120-й. Как минимум. Полечу, посмотрю еще. Что-то я так подумал, надо чуть перестроить мою ловушку, потому что, чтобы удобнее было вылетать, здесь целесообразнее поставить колонны. Все. Вот теперь отлично. Вот он, нашел 100-го аргента, но это максимум, что тут было. Сейчас буду усыплять. Не помню, сколько стрел нужно ему. Это кто? Так, ну раз он сзади не напал, значит сейчас он меня не тронет. Скорее всего, пролетал. Привет. Ну, значит, любопытно. А, он ПВЕшный игрок. Любопытно ему. Что тут происходит? База. Раз ты ПВЕ игрок, вон там, вон моя база. Там. Вон там. Ладно, продолжу усыплять агента. Все. Так, теперь нужна баранина. Баранина от меня очень далеко, но я не думаю, что аргент проснется за это время, поэтому я успею слетать на луга и обратно. I'm giving up. I could say I'm very difficult. One by one, it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the first shit I'm giving up. I could say I'm very difficult. One by one, it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the first shit I'm. Что-то пишет он мне в чат, иди сюда, к томилке. Не знаю, сейчас полечу, посмотрю, что там. Я сомневаюсь, конечно, что он там киблы положил, но может быть хотя бы первосортку. Может быть хочет сделать какой-то мне сюрприз. Ну-ка посмотрим. О, вот он. Да, что-то уже положил. Сейчас посмотрим, что. А. Угу. Ну, это как медвежья услуга, наверное. Не очень, конечно, хорошо. Он и так сотово ловил изначально был. Я надеялся положить ему баранину. Хотя, с другой стороны, все равно баранины я не нашел и... Скорее всего, поступил бы точно так же. Положил бы обычное мясо.
Ладно, пойду покажу ему базу. Надеюсь, он мне деревья здесь не сломает, а то всю мою мечту порушит. Ну, заходи, смотри. Норм, ну, конечно, я старался. Так брать в любом случае у меня нечего. Я неинтересная цель. Надо полететь, посмотреть, что там происходит с Аргентом. Сколько там процентов. И где-то раздобыть на него, конечно, седло. Потому что сам скрафтить я еще пока не могу. Ну, может быть, куплю у кого-нибудь. Он пишет, что и не хотел меня рейдить, не хотел ничего брать. Ладно, пока Аргент томится, нужно добыть металла. Благо, здесь у меня очень много металла. Сейчас как раз поставлю на переплавку. Я думаю, к тому времени, как у меня затомится аргент, у меня уже будет много железа. Может быть, даже обменяю его на седло. Так, больше я не смогу унести. Поэтому пора возвращаться на базу. Ага. Вот так вот, да? 100 металла в день или рейд. Ну, что-то странный какой-то парень. То он, значит, ничего не хотел брать, теперь он мне пишет. Вымогатель, короче. Ладно. Действительно, да, ты же в ПВЕ. Так он же в ПВЕ недавно был. Возле Аргента, когда мы с ним разговаривали, он был в ПВЕ. А здесь он резко перешел в ПВП. Можно же раз в месяц вроде переходить. ПВП, ПВЕ менять по правилам этого сервера. Я точно это помню, я не путаю. Понятно, что мне понятно. Ах, так, да? Ну все, это война. Это 100% война. Блин, я такой бомж, что мне ответить даже нечем. Этот меня и даже не видит. А, рейдер. Так, вот так я ему смогу ответить. И еще чуть-чуть. Во! 100% попадание. Он вообще не реагирует. На, запомните, ребят. Алчность, грех. Сразу начал лутать. Так, но его я, наверное, убью. Посмотрим, что у него есть. Блин, сишка только одна была, жалко.
А, сейчас бы побольше сишек. Так, что делать с моногармом? Моногарма я точно не убью. Бесполезно, я до утра его так буду бить, и он быстрее прибежит. О, вот, вот здесь я ему могу насолить. Минус выдра. Теперь нужно валить куда-то, а куда валить? Ну, сейчас спрячусь. У него вроде бы все плохо со зрением, поэтому буду стоять подальше от базы и посмотрю. Другого варианта у меня все равно нет. Так, у него вообще ничего нету. Какой-то тоже бомж. Бомж-рейдер. Я бомж, а он бомж-рейдер. Все вещи я его скину. Потому что мне они сейчас особой пользы не принесут. А раз он сделал мне такую западлу, я отвечу ему тем же. Ты там? Нет. Я уже на другом обелиске. Ага, ну я же говорю, быстро уже прилетит. Так, гига, валим, 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 валим. Судя по всему, он опять меня не увидел. Ну, рейдеры, рейдеры, блин. Вообще по сторонам не смотрят. Либо очень уверенный, либо неопытный. Конечно, против его этой живки я сейчас со своим арбалетом вообще ничего сделать не смогу. Но это война. Это однозначно война. И в лобовое столкновение я с ним не пойду, у меня смысла нет. А вот охотиться я на него буду. Так что со следующей серии я открываю охоту на этом сервере. Придется забыть про ПВЕ. Где-то пока нужно заныкаться подальше. От этого горе-рейдера. Так, больше ничего не пишет. Видать, очень увлечен тем, что меня лутает. Следующий эпизод, я думаю, будет охотой на этого парня. Так что ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь и пишите комменты, что бы вы хотели увидеть дальше. Но дальше, я думаю, контент будет интересен. Это будет охота. Это будет даже не война. Это будет красивая охота. Я постараюсь методично пакостить этому человеку. Ну что ж, а с вами был Keep Games. Всем пока.